Возвращаемся с вами на Минск-арену, где совсем скоро продолжится соревнование у прекрасных граций в многоборье на минском этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Напомню, что уже в одной группе, в подгруппе B, у нас девочки отвыступали. Это группа, где выступали Анастасия Салас и Алина Горнасько. У нас у Алины пока первая сумма баллов, чуть ей уступает Анастасия Салас. Ну и, конечно, все будет определяться уже по результатам выступлений девушек в группе A. Эта группа сильнее, чем группа B. Здесь, в общем-то, больше гимнасток может претендовать на места в первой пятерке-шестерке сильнейших по результату всех четырех видов. Ну и помимо этого, напомню, что девушки также отбираются в финалы, завтрашние финалы в отдельных видах. Вот стартовый протокол. В таком порядке девушки будут выступать с булавами, ну а затем в ленте. Открывает второй соревновательный день в группе. Ну и открывает в этой группе выступление с булавами представительница Израиля, второй номер израильской команды Николь Зеликман. Ну, здесь в отсутствии Линоя Шрам, Николь первый номер своей команды в том составе, в котором девушки представлены на минском этапе. Да, вчера Николь очень неплохо представила свою страну за отсутствием лидера команды. Пожелаем ей сегодня удачи. Продолжает очень уверенно выступать Николь. Без грубых ошибок. Очень зажигательно, в хорошем темпе. Хорошая работа предметом. Достаточно хорошая работа телом. Все очень было на высоком уровне сделано. Ну, Николь уже опытная гимнастка. Ей 20 лет. И у нее есть определенные достижения на международной арене. В составе команды она является обладательницей серебряной награды на чемпионате мира 2019 года. На европейском первенстве того же 2019 года она получала бронзу уже в индивидуальных выступлениях с обручем. Ну и чувствуется, конечно, что подтягивается по уровню, тянется, видимо, за Линоя Шрам. Вот эта внутренняя конкуренция тоже работает на Николь. Ну и по результатам этого сезона тоже достаточно стабильно выступает эта гимнастка. Я думаю, что вправе рассчитывать на очень неплохую оценку Зеликман. Ну и к тому же напомним, что она шла на четвертой позиции в многоборье после двух видов. Ну и продолжает уверенно выступать, так что будем подсчитывать затем баллы, смотреть, какие разрывы между девушками. Но сейчас одна из главных претенденток не только на медаль, но и даже на победу на этом соревновании – Лала Крамаренко, Россия.
самом конце случилось. Потеря у российской гимнастки, учитывая, что выпала на секунд 5-6, может быть, еще что-то и не успела сделать. Поэтому в оценке потеряет Лала немало. Да, к сожалению, очень уверенно шла на протяжении всей программы. Хочу отметить очень смелую работу предметом, очень высокие броски, потому что телевизионная трансляция это не так бросается в глаза, но очень высоко бросает Лала булавы и ее прекрасные пируэты, хорошая очень скорость. Если бы не эта досадная ошибка в конце, могла бы побороться за самые высокие баллы гимнастка. А тем временем оценка Николь Зеликман 26.75. Очень хорошая оценка. Уже по оценке обходит Анастасию Салас. Но напомню, что у Анастасии была потеря в упражнении с булавами. Думаю, она может закрепиться неплохо. И вторая представительница Израиля Ади Ася Кац. Тоже достаточно уверенно проходит свое упражнение вторая израильтянская гимнастка. На неплохой скорости все было сделано. Мы даже по сравнению со вчерашними двумя выходами, это было самое удачное для нее выступление. Оценка Лалы Крамаренко 25,3. Мы видим, что не очень высокая оценка за счет булав, за счет потери. Пока четвертый промежуточный результат в булавах. Ну, я думаю, что сможет отобраться в финал эта гимнастка. Но в общем зачете это может сыграть большую роль. И все, вчера гладко получалось у Ади Аси Кац. Некоторое такое волнение присутствовала в выступлении этой гимнастки, но с булавами действительно зажгла и может получить очень неплохую для себя оценку. Это девушка, которая только, можно сказать, вчера вышла из юниорок. Ну а сейчас Дарья Трубникова, у которой тоже вчера были определенные сложности, были потери в обруче. Была потеря за ковер у Дарьи, но вот сейчас спасла дважды уже ситуацию. Run away, baby, but fall, put my spell on you.
музыку закончила Дарья Трубникова. Еще последний элемент доделывала тогда, когда музыка уже прозвучала. Да, обычно гимнастки, когда слышат, что музыка заканчивается, должны остановиться, потому что она еще пошла на последний элемент. Большой элемент, да, скат булавы. Мы видим оценку израильской гимнастки 25,2. Это очень хорошая оценка для этой гимнастки. Это, наверное, самая высокая ее оценка. У Дарьи Трубниковой были некоторые трудности с булавами. Мы видели, несколько раз она спасала булавы. Все время немножко не по той траектории она бросала, и потом приходилось догонять, спасать ситуацию, но, в принципе, справилась она с этим, что не допустила грубых ошибок, грубых потерь. Отмечу, что Ади Ася Кац получает оценку 25,2, это пятый результат в булаву. Есть, в общем-то, неплохие шансы зацепиться за финал в этом виде программы. Ну, в общем-то, видим, что неточностей у Даши хватало, и вот ее оценка вызывает определенные опасения, и проход в финалы тоже под небольшим вопросом. Посмотрим, хватит ли трудности упражнения для того, чтобы, ну, хоть как-то оценка была на уровне 25 с лишним. Пока вот, собственно говоря, 25,5 – это такой более комфортный проход в финалы в булавах. Вот эта оценка может позволить не переживать российской гимнастке. Ну, мы видим уже на экранах Минск-арены оценку Дарьи 25,25. Пока это пятый результат. Впереди еще выступление двух болгарских гимнасток и двух украинских гимнасток. Поэтому, самое забавное, что она всего на 0,05 опережает оценку израильской гимнастки Кац. Да, и чуть-чуть не достает до оценки Лалы Крамаренко. Там очень такие разрывы минимальные. Да, получается, пока у Трубниковой пятый результат, но, соответственно, у Кац шестой. И на площадке первая представительница Казахстана. Это у нас Байленова. Очень неплохая юная гимнастка из Казахстана. Были пару неточностей, спасала ситуацию казахстанская спортсменка. Но в целом очень неплохое будущее, я думаю, этой гимнастки. Очень фактурная, красивая, имеет очень неплохие повороты, равновесие. В принципе, такая зажигалочка. Красивые линии тоже у этой гимнастки. Меня там по сложности немножко не будет дотягивать до лидеров этой группы. Да, вот мы видим, к сожалению, оценка не очень высокая. 20 баллов 85. Говорила уже, не хватает ей сложности, пока еще не наработана скорость предмета.
Сложность всего лишь 13 баллов для булав. Это очень небольшая сложность. Обычно лидеры получают баллов на 5 больше в сложности. Пока это 10-й результат в упражнении с булавами. Осталось выступить еще 5 гимнасткам в упражнении с булавами, и мы сможем с вами узнать, кто попадет в финал. Потому что в финал выходит 8 гимнасток. В принципе, оставшиеся гимнастки могут побороться за попадание в финал. Две болгарские гимнастки, Стеляна Николова и Татьяна Воложанина, и Украина, Мелания Тур и Кристина Пограничная. Видимо, на трибунах присутствуют некоторые зрители, гимнастки из спортивных школ пришли поддержать своих кумиров, скажем так. Вообще вход на соревнования ограничен по понятным причинам из-за ковидных ограничений. Нам показывают разминочную арену. Видим, как с вами гимнастки готовятся. Небольшая пауза. Наверное, какие-то вопросы с судейством возникли. Долго считают оценку. На ваших экранах мы можем видеть болгарскую сборную. Тренера уже и главу Федерации гимнастики Ильяну Владинову. Очень хорошая болгарская гимнастка. Пока нам показывают промежуточные протокол в упражнении с булавами группы А. Первое место занимает Николь Зеликман с оценкой 26.75. На второй строчке Лала Крамаренко 25.3. Дарья Трубникова 25.25. И Адя Асякац 25.2. Очень плотненько со второго по четвертое место расположились результаты. Это очень интересно наблюдать, кто же все-таки попадет в финал. Что завтра пройдут финальные соревнования в отдельных видах уличниц. Финалы начнутся в 12 часов дня. И продолжаются соревнования. На ковер выходит вторая гимнастка из Казахстана. Айбота Ертаккызы.
Тоже достаточно уверенно справляется гимнастка с упражнением. Неплохая замена растет в Казахстане. Красивые девочки, очень хорошо обучены элементам тела. Хорошие повороты у них очень. Да, пока не хватает им просто сложности, немножко скорости наработанной, чтобы бороться с самыми сильными гимнастками. Напомним, что Казахстан будет представлен на Олимпийских играх. Единственную лицензию от страны завоевала гимнастка Алина Адилханова. На чемпионате Азии выиграла чемпионат Азии, что дало ей право выступить на Олимпийских играх. А перед вами представительница Болгарии Стеляна Николова. Уже юная гимнастка, которая выступала недавно по юниорам, но уже показывает тоже неплохие результаты. Ошибка в упражнении Стеляны. На риске потеряла булаву. Не очень далеко, но все равно элемент будет не защитен и сбавка в исполнении. В целом, на протяжении упражнения шла достаточно уверенно гимнастка. Очень весело, зажигательное упражнение. Мы видим оценку Казахстана. Гимнастки из Казахстана 21,5, немного больше, чем у ее подруги по команде. Сложность у этой гимнастки побольше была. Что касается Стеляны, очень неплохая была работа предметом на высокой достаточной скорости. За счет ее невысокого роста очень быстро перемещается по площадке гимнастка. Вот мы видим досадную ошибку. А на площадке появляется вторая болгарская спортсменка Татьяна Воложанина. Начинает упражнение с очень эффектного поворота.
не успела немного в музыку. Татьяна, тут сбавка в артистике. Полбала за то, что гимнастка не успела с музыкой. В принципе, на протяжении всего упражнения неплохо шла гимнастка. Очень-очень красивые повороты у этой гимнастки. По 6-7 оборотов делала Татьяна. И оценка Селяны Николовой 22,8. Не самая высокая оценка. Скорее всего, не сможет попасть в финал этой гимнастка. Посмотрим, какую оценку поставит Татьяне. И остается у нас выступить двум украинским гимнасткам. Мелания Тур и Кристина Пограничная. Девушки пока, особенно Мелании это касается, получали не очень высокие оценки. А у Кристины хорошие шансы побороться за выход в финал в отдельных видах. Если не ошибаюсь, в одном из видов она уже попала. Но это Мелания Тур. Семнадцать лет этой гимнастке, совсем еще юная девушка, и на международной арене среди взрослых у нее не так много опыта выступлений. Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez. Poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te. E sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Cinese, tu regina di Pica, indossavi un pechinese ed un triangolo di Strass. T'ho detto vieni via con Да, далеко не все получилось у Мелании Тур. Это гимнастка очень перспективная, с хорошими внешними данными, любимица многих болельщиков, многих поклонников этого вида спорта. Но мы видели, что было много мелких помарочек и одна грубая ошибка, потеря ближе к концу. Тем временем видите оценка Татьяны Воложаниной. Пока 23,3 – это восьмая оценка в булавах, и, соответственно, в подвешенном состоянии находится болгарская гимнастка. Мелания Тур ее, конечно, не обойдет, а вот Кристина Пограничная может подвинуть Воложанину, оставив ее без финала в булавах. Да, Мелания очень красивая фактурная гимнастка. Не хватает ей пока еще опыта соревновательного на больших международных турнирах. Я думаю, что у этой девочки должно быть хорошее будущее. Поработает немного, наберется опыта и, надеюсь, будет попадать в топ. Ну, а на ковре вторая украинская гимнастка Кристина Пограничная.
И последняя ловля, к сожалению, не получилась у Кристины. Да, вторая половина сбилась у Кристины. Сначала одна ошибка произошла, потеря. Буквально там секунд за 15-20 до конца. И потом следом еще в концовке тоже потеряла булаву. Что дает шанс на попадание в финал Татьяне Воложаниной. Будем ждать оценку Кристины. И узнаем, кто из девочек все-таки сможет попасть в финал. Оценка Мелани Тур невысокая, лишь 20,6 балла. Это только 14-й результат, к сожалению. Первая половина Кристины очень неплохо прошла, очень в хорошем темпе. Мы ее часто видели в первой половине сезона. Она выступала вместе с Викторией Анаприенко, была в заявках на этапы Кубка мира. Особенно удачным получился для Кристины Ташкент, где она прошла в два финала, завоевав в финалах с булавами и лентой 7-е место. Это пока лучший результат на подобного рода соревнованиях для Кристины. Да, и в многоборье завершила на 10-й позиции. Ну, как мы видим, что Кристина Пограничная получает 23,4. И обходит на 1/10 Татьяну Воложанину. Да, таким образом у нас Кристина с последним результатом попадает в финал булавах. Ну и так выглядят у нас оценки в трех видах в этой группе. Первое место занимает Лала Крамаренко, второе — Николь Зеликман, третье — Дарья Трубникова. В принципе, как и вчера, в этой группе расположились места. Да, тут следует отметить очень большой отрыв Николь Зеликман от Дарьи Трубниковой. И, по всей видимости, сегодняшние потери в булавах лишают шансов Дашу побороться за подиум в многоборье. Ну и, соответственно, у нас между четырьмя гимнастками сейчас перед последним видом в этой подгруппе продолжается борьба за многоборье. Уже в какой-то степени заочная борьба между Николь Зеликман и нашими гимнастками. Ну и Лала Крамаренко, естественно, одна из действующих лиц в этой борьбе за победу в многоборье. Очень эффектная точка после четырех упражнений. Наверное, одна из гимнасток, которая прошла все четыре вида на одном дыхании, без грубых ошибок, очень уверенно. Молодец, Николь. Очень хорошо представила свою страну в отсутствии лидера Линоя Шрам. Больше 23 баллов надо получать Николь, чтобы обходить нашу Анастасию Салас. Не знаю, удастся ей это или нет. Будем ждать оценку. И на площадку выходит Лала Крамаренко с
представительница России и ее финальное упражнение с лентой. Да, так порядок устроен таким образом, что у нас сразу две участницы вот этой борьбы за многоборье в самом начале этой подгруппы, поэтому уже будет все решено после выступления Лалы Крамаренко. Смотрим. Плохо прошла Лала упражнение с лентой. Очень эффектные повороты и очень широкие броски. Двигалась очень широко по площадке Лала. Надо получать более 23 баллов, чтобы догнать Анастасию Салас, и более 24, чтобы догнать Алину Горнасько. Да, и мы уже говорили, насколько тяжело набирать столь высокие оценки в ленте. Это надо, в общем-то, идеально все выполнять, и при этом, чтобы трудность упражнения была на уровне. Оценка Николь Зеликман, мы видим, общая, давайте сразу на общую обращать внимание, 101 балл и 3 десятых, это на 1 балл и 3 десятые меньше, чем у Анастасии Салас, соответственно, не опережает. Николь у нас, Анастасию, соответственно, Алину Горнасько. Ну и остается нам дождаться, соответственно, оценки Лалы Крамаренко. Еще раз повторимся, чуть более 23 ей нужно набирать для того, чтобы опережать Настю. И 24-35 это расстояние до Алины Горнасько. Вторая израильская гимнастка Ади Ася Кац. Сегодня мне эта гимнастка нравится больше. Она ко второму дню действительно поднабралась уверенности. И сегодня оба упражнения прошла достаточно неплохо. Было несколько скользких моментов в упражнении с лентой.
А пока отвлечемся на оценку Лалы Крамаренко. 103,3 общая сумма. Это больше, чем у Анастасии Салас, но меньше, чем у Алины Горноско. Там показывает промежуточную таблицу. 0,4 она проигрывает Алине и 0,8 она выигрывает у нашей Анастасии Салас. Николь Зеликман, соответственно, на четвертой позиции. Скорее всего, так все и останется, да, но тут еще вопрос Даши Трубниковой, но она и Зеликман, мы видим, проигрывала много по сумме трех упражнений, поэтому сейчас, конечно, в ленте нужно какие-то сумасшедшие баллы Даши набирать для того, чтобы обогнать Зеликман, хотя, не знаю, стоит ли уже такая задача перед российской гимнасткой. Давайте посмотрим на ее упражнение с лентой. Казалось, что выложилась в этом выступлении Дарья Трубникова. Я думаю, что прекрасно Даша уже понимала перед выходом на ковер примерно расклад по баллам. И, может быть, как раз-таки то, что она уже вне борьбы за подиум многоборья и отпустила ее, и в ленте она хорошо прошла. Мне показалось, это самое чистое, уверенное ее исполнение. Да, согласна. Наверное, это упражнение мне понравилось больше всего. Даша тут была очень гармоничная с музыкой, очень классическая такая гимнастка. Очень чисто прошла и по ленте, и по элементам тела, в характере. Ленточка ей удалась. Шестая позиция пока по сумме четырех видов у представительницы Израиля. Ади Асси Кац. Она проигрывает в этой группе, естественно, Лали Крамаренко, Николь Зеликман, ну и также Алина Горноско, Анастасия Салас и Салама Пажави. Ну, скажем так, сильнейшие девочки группы А уже выступили. Скорее всего, подиум у нас уже останется неизменным. Можем поздравлять Алину Горноско с золотой медалью в многоборье. Все получилось у нее в упражнении с лентой. Даже, скорее всего, мы не увидим ее завтра в финале упражнений с лентой. Но главная медаль в многоборье у нее в копилке. Продолжает соревнование в группе А представительница Казахстана Дилнас Байленова. We'll be right back.
Очень неплохо сегодня выступает спортсменка из Казахстана. Достаточно уверенно, без грубых ошибок. Спробовала она свои силы на таком серьезном старте впервые и справилась довольно неплохо. Оценка Дарьи Трубниковой 23,6. Это третий результат по ленте, но общий результат 98,5. Даже не набирает 100 баллов. Гимнастка и занимает 5-е место. Но обходит Саломе Пажаву почти на 6 баллов. То есть отрыв между 5-м и 6-м местом очень большой, а первая четверка, в принципе, отрывы не самые большие. Да, так как мы и прогнозировали, чуть-чуть буквально она сократила по ленте отставание от Николь Зеликман, но, в общем-то, израильская гимнастка достаточно уверенно опередила Дарью Трубникову. Это такая маленькая победа для Николь. Конечно, останется наверняка у израильтянки такой осадок горечи из-за того, что до подиума совсем чуть-чуть не хватило, но она очень мощную гимнастку опередила Дарью Трубникову. Это такая вот маленькая победа для Николь Зеликман. Но она показывает, как уже начинают готовиться групповички. Сборная Израиля как раз на ваших экранах, которая вчера после упражнений с 5 мячами занимала вторую строчку, опередив сборную команду Болгарии и нашу сборную команду Беларуси. Первое место, напомню, заняла команда Узбекистана, получив рекордную оценку 47,5 баллов. Очень неплохая заявка на победу. Да, это одна из самых высоких оценок этого сезона. И уровень, конечно, к которому сложно будет дотянуться. И разрывы большие. Поэтому, если без грубых ошибок сегодня девушки из Узбекистана пройдут, то велики шансы выиграть многоборье. К сожалению, наши девушки вчера допустили очень грубую ошибку, что они остановились только на 4-й строчке. Надеемся, что сегодня они исправят ситуацию. Да, учитывая, что здесь всего 4 команды выступает, понятно, что борьба за проход в финалы отдельных видов не идет. Здесь все исключительно решается в многоборье. Да, последняя проверка перед Олимпийскими играми. Останется 2-3 недели до отъезда на Олимпиаду. Девочки будут работать на все 100%. Остается еще один такой же этап Кубка вызова в Москве, но по его проведению сейчас есть вопросы, потому что в заявке на данный момент присутствует меньше 10 спортсменок. Да, и 3 команды группового. И 3, да, в группе. То есть есть большой вопрос целесообразности проведения этого этапа. Плюс наши девушки же туда точно не полетят, не поедут, так что уже целенаправленно для наших барышень будет вестись подготовка к Олимпийским играм в Токио. Соревнования у девочек начнутся 6 августа в Токио, поэтому заключительные дни Олимпийских игр всегда проводятся. Соревнования по художественной гимнастике начнут квалификацию личницы. И на следующий день в борьбу вступят групповички. Да, 3 дня будет проходить олимпийский турнир по художественной гимнастике с 6, 7, 8 августа. Вторая представительница Казахстана. И не очень удачно начинается все для этой девушки. Потеря в самом начале. Пожелаем удачи и собраться этой гимнастке.
казалось, что после вот этой потери в самом начале упражнения больших вопросов по прохождению упражнения с лентой у этой гимнастки не было. Но по реакции самой спортсменки мы видим, что, мягко говоря, недовольна своим выступлением. Дилнас Байленова получает свою оценку в ленте 18,2. Несмотря на то, что более-менее чисто прошла, не хватает, конечно, сложности самого упражнения. Вот с этой ошибки начинала представительница Казахстана. Да, сразу здесь, конечно, вспоминается виртуозная работа с лентой нашей Анастасии Салас. И вот на контрасте... Да, видимо, была и вторая потеря. Поэтому и очень-очень недовольна своим выступлением гимнастка из Казахстана. Оценку она пониже получит, нежели ее подруга по команде. Стеляна Николова, самая юная участница наших соревнований, 15 лет этой девушке. Ну, очень бойкая такая маленькая гимнастка. Характерная. Молодец, что в музыку закончила, но без ошибок у Стеляны не обошлось. Видели, была зацепка ленточки за палочку в самом начале упражнения, но и не избежала потери, к сожалению, Стеляна Николова. Да, там запуталась, и, в принципе, там даже не на каком-то элементе, а просто так случайно выпала палочка из рук, случилась потеря. Оценка спортсменки из Казахстана 10,65. Я думаю, что тут тоже мы с вами не заметили узел, потому что оценка по сложности тела всего лишь баллы 8. Это, скорее всего, был узел, и судьи это все заметили. Что касается Стеляны Николовой, она только в этом году начала выступать на взрослом уровне. Она была заявлена на этапе Кубка мира в Пезаро, где, кстати, выступала даже в одном финале с булавами, в котором заняла 8-е место. В общем, только начинает получать международный опыт по взрослым эта гимнастка. Татьяна Воложанина, 18 лет ей, она чуть более опытна, чем Стеляна Николова. Смотрим ее упражнение с лентой. Non c'è dolore, se ci sei tu. È come un sogno, anche di più. E c'è qualcosa negli occhi tuoi che non mi lascia mai. Non ho paura se resti qui, perché l'amore mi chiude gli occhi. Vorrei baciarti. Così l'amore si muove.
справилась гимнастка с лентой без грубых ошибок. Очень красивый, как я уже сегодня не раз замечала, поворот у этой девушки. Очень виртуозно находит она ось, держит высокий полупалец во время поворота, что очень ценится. Тем временем оценка болгарской гимнастки 20-35. Пока это 8-й результат в ленте. Мы будем ждать оценку Татьяны Воложаниной и потом еще двух украинских гимнасток. И узнаем, сможет ли она с этой оценкой попасть в финал. Вот как раз мы видим один из пируэтов. Напомню, что эта девушка россиянка по происхождению, начала заниматься в Иркутске художественной гимнастикой. В 15 лет с родителями перебрались в Болгарию. И совсем недавно она получила возможность выступать за эту страну на международной арене. Ну вот, возможно, что по окончанию карьеры... Ну, наверное, про Баряну Калин мы не будем говорить тогда, но вот Катрин Тасева, после ухода Катрин, возможно, и Татьяна Воложанина уже будет на видных ролях в болгарской гимнастике. Чаще будем видеть эту девушку. Не очень удачно начинается все для Мелании Тур. Помимо того, что ну прям упражнение с самого начала не задалось у Мелании, честно говоря, за фактурой этой девушки я пока не вижу особого напора, особой эмоциональности, особой какой-то проработки образов. Возможно, из-за возраста, возможно, из-за недостатка опыта на международной арене. Возможно, с возрастом все это появится у Мелании Тур. Оценка Татьяны Воложаниной 21.85, это 6-й результат. Уже точно она попадает в финал, отодвигая Стеляну Николову от попадания туда. Что касается украинской гимнастки, да, мне кажется, она пока еще не справляется со своим телом. Очень красивая фактура, но ей тяжело быстро перемещаться по площадке. В сравнении с болгарской гимнасткой, которая бегает очень быстро по площадке, конечно, с такими длинными ногами всегда намного тяжелее. Тем более по новым правилам надо очень все быстро делать, чтобы успеть больше по сложности. Да, ну ей только 16 лет, причем исполнилось в этом году, поэтому все еще впереди набираться опыта. Ну и закрывает... соревнования в многоборье Кристина Пограничная и полет Шмидта.
кажется, очень подходит Кристине этот образ, эта музыка. В хорошем темпе двигается эта гимнастка. Хорошая работа лентой. В принципе, справилась с упражнением. Не было допущено каких-то ошибок заметных. Я думаю, что оценка должна быть неплохая, но в любом случае финал проходить она должна. Напомню, что ей так же, как и Лале Крамаренко, была предоставлена возможность выступить в одном виде на чемпионате Европы. В многоборье честь Украины там отстаивали Виктория Наприенко и Влада Никольченко, а Кристина выступала только в одном виде с лентой, и задачу свою она выполнила, вышла в финал, получила там оценку 22 балла и заняла высокое 6-е место. Так что можно сказать, что вот именно лента – это коронка Кристины, ее наиболее отработанное стабильное упражнение, в котором она очень органична, действительно. Очень нравится мне эта гимнастка, она эмоциональная, за ней интересно наблюдать. По крайней мере, вот с точки зрения проработки образа, то, как она чувствует ее упражнения достаточно разные. Присутствует и рок, и какая-то классика, и интересные упражнения. Да, гимнастка однозначно интересная. Но мы уже много раз отмечали, что в Украине сейчас сложно определить явных лидеров и определить, соответственно, состав выездной на Олимпиаду. Это, мне кажется, сейчас один из таких закрытых и нерешенных еще вопросов. Хотя многие говорят, что, по всей видимости, все-таки Никольченко и Наприенко будут представлять Украину на Олимпиаде. Ну, посмотрим. Я думаю, вскоре этот вопрос уже прояснится. Ленту у нас выигрывает Анастасия Салас. По оценке видим, что в десятке нет Алины Горнасько. Из-за этого злосчастного узла Алина выбывает из финалов. И в финале в ленте мы ее не увидим. Ну, поздравляем нашу сборную с двумя медалями многоборья. Алину Горнасько и Анастасию Салас. Алину с золотой медалью, Анастасию с бронзовой. И разделяет их Лала Крамаренко из России. Забирает сегодня серебряную медаль. Да, еще раз поздравляем наших девчат. Ну, а как сложится выступление у групповичек, сумеют ли наши девушки зацепиться за подиум, а также церемонию награждения, все это вы сможете увидеть в нашем вечернем эфире. Так что оставайтесь с телеканалом «Беларусь-5», мы еще вернемся на Минск-арену.